Настоящий богатырь родился в Люберцах. Новорожденный весом в 5 килограммов 300 граммов появился на свет 12 января в Московском областном центре охраны материнства и детства. С маленьким, но уже таким большим мальчиком его родителями познакомилась наша съемочная группа. Кушать мы любим очень. Да, Ванечка? Иван Михайлович, не иначе. Второй ребенок Ольги Звонниковой родился настоящим богатырем. Вес 5 килограммов 300 граммов младенцы набирают обычно к 3 месяцам. Конечно, не ждали, что он будет такой. Даже когда здесь сделали УЗИ, 4 килограмма они говорили, но никак не 5. Беременность была очень хорошая. В принципе, ни токсикоза, ничего такого вот не было. 40 лет жизнь только начинает. Я счастлива, скажем так. Впервые Ольга стала мамой 23 года назад. Ванечка – ребенок поздний и долгожданный. Появился на свет вовремя. Роды прошли без осложнений. Из-за размеров малыша пришлось сделать кесарево сечение. Мальчик, говорит мама, покладистый и смышленый. Маленький, прям в натяжечку. От подарочного набора в роддоме Ольге пришлось отказаться. Ванечке стандартные вещи для новорожденных уже не по размеру. Маленького, но такого большого мальчика в стенах роддома встречали всей семьей. У папы сначала и вовсе пропал дар речи при виде сына. Самое главное, все хорошо, здоровый. Он на меня похож. Я рад, я счастлив. Это самое незабываемое событие в моей жизни. Крупные новорожденные – редкий случай. В прошлом году таких малышей в Московском областном центре охраны материнства и детства родилось всего 6. Им необходим особый осмотр врачей. И если все показатели в норме, то такие младенцы не нуждаются в особом уходе. Причин, конечно, масса. В первую очередь, это эндокринное нарушение со стороны мамы, генетическая предрасположенность, какие-то сопутствующие заболевания. Ну, возможно, какие-то особенности питания женщины во время беременности. Однозначно сказать, хорошо или плохо, когда родился настоящий богатырь, нельзя. Зачастую большой вес новорожденного никак не отражается на здоровье и его дальнейшей жизни. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.